Шла весна 1944 года. Сокрушительные удары Красной Армии на Восточном фронте грозным эхом прозвучали и на западе Европы. Катастрофа гитлеровской военной машины становилась очевидной. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Herr Feldmarschall. Guten Tag. Ich erwarte Sie sofort zu einer Besprechung. Jawohl, Herr Feldmarschall. Прошу срочно ко мне. Опасаясь открытия второго фронта, немцы срочно укрепляли потрепанный союзной авиацией Атлантический оборонительный вал, для чего на разные участки побережья Франции были направлены тысячи военнопленных. Stillgestanden! Halt! Halt! Stillgestanden! Obersturmanführer, Stalag 315, angetreten! Сегодняшнего дня вы поступили в распоряжение коменданта острова, Oberstürmbannführera Hase. Hier auf der Insel ist es nicht schlecht. Die englischen Bomben haben das äußere Erscheinungsbild ein wenig verschandelt. Wir werden das korrigieren. На острове здесь неплохо. Английские бомбы немного испортил вид. Но все исправим. Die Bedingungen sind folgende. Es wird Tag und Nacht ohne Unterbrechung gearbeitet. Frist 15 Tage. Die Verpflegung wird ausreichend sein. Условия такие. Работа день и ночь без перерыва. Срок 15 дней. Ich warne Saboteure. Wir werden sie packen. Но запомните, саботажников мы найдем. Und werden sie aufhängen. И повесим. Herr Bammler. Danke. Всех, чьи фамилии я прочту, пусть подойдут сюда. Инженер Боровой. Инженер-строитель Тауринч. Техник-строитель
Abbesate! Я тоже строитель-инженер. Бамлер, моя фамилия. Майор Бамлер. Вы будьте начальниками участков. Подойдите сюда. Он старший инженер строительства, а я ваш общий начальник. Говорите. Русские люди. Я военный инженер второго ранга Карпов. Немецкое командование доверило нам ответственное дело. Я хочу, чтобы правильно вы меня поняли. От этого зависит наша судьба, наша жизнь. Мы, русские люди, привыкли работать по-настоящему. 10 дней, товарищи, такое обязательство от вашего имени я передам уважаемому господину коменданту, оберштурмбанфюреру Хазе. Согласны? Ах, so! Keine Bewegung, ich bin gerade getroffen! Wer wird euch schon die Flöten beibringen? Diesen! Фамилия? Захаров. Солдат Иван Захаров. Молодец, Иван Захаров. Рад стараться. Служу трудовому народу. Спасибо. Молодец, Иван Захаров. Abbring zur Arbeit. Nee, hoch, Herr, hör! Господин майор, я прошу вас освободить арестованных. Они нужные работники. Я полагаю, это будет хорошим примером. Обершторманфюрер, wir brauchen jeden Mann. Я прошу вас освободить задержанных. Zeichne ich verantwortlich. Майор Бамлер, я отвечаю за дисциплину. Zeichne ich ganz allein verantwortlich. Нам нужен каждый человек. Zurück mit den Kerlen! Освободите их. Los, weg mit euch! An die Arbeit, ihr Heilis, macht schon! Благодарю вас, господин майор. Захаров. Это вот Захаров Иван, мой денщик, он мне жизнь спас. Благодарю, я не курю. Что это значит? Вы его извините, он контуженный. С ним так бывает. А, ничего, ничего, оставьте себе. Он сегодня это заслужил. Sehr gut. Halt für den Seid. А теперь пойдемте. Я вас познакомлю с планом действий. Кажется, французы. Вы французы? Bien sûr, madame. Да, французы. Et d'où venez-vous? Откуда вы? De Marseille. Из Марселя. Я спрашиваю с гефангенен. Господин Кюре, пойдемте со мной. Возьмите код и зашифруйте. На остров прибыло большое количество пленных. 23, 61,
Добавьте советских и французских. 86, 39 и 4. Господин Мюллер, отведите людей в баню и возвращайтесь в лагерь. Солдат Иван Захарович. Привет. Enchanté. Пьер Дюваль. Дюваль? Очень приятно. Здравствуйте, мадам. Бонжур, месье. Вот мне стакан вина. За 5 копеек. Иван, где ты? Иван! 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 Извиняюсь. Но я потом его допью. Я еще к вам приду. Riche client, hein? Богатый клиент. Il a dit qu'il reviendrait. Он сказал, что еще придет. Пошел, пошел. Будете жить и работать. Слушаюсь, господин Калкин. Комзавет. Так мы обещали закончить работу в 10 дней. Вы это помните. Абисадзе. Я в детстве с горы упал. С Казбека. Память плохая стала. Так. А вы, Боровой? Нет. И у вас тоже память плохая? Да, плохая. Тауринж. Вы латыш? Да. Из Резекне? Да, из Резекне. Ваш отец был купец. Какой там купец? Маленький бакалейный магазинчик. А я из Кутаиси. Мой отец председатель колхоза. Мою маму зовут Нино, а моего дедушку называли Ягором. А ты, сволочь, шеник, камешник, пусти. Зачем кричишь? Пусти, что надо. Мы его завтра прикончим. Это я тебе обещаю. Понял? Запомните. Срок 10 дней. Строительство секретное, говорят, потом всех, кто строил, расстреливает.
Бывает. Комсомолец? А здесь за комсомол пуля в лоб. А, понимаю. Ну что, так и будем помогать этим. Не надо, я уже два раза умирал. Третий не хочется. А может, еще выживу? Все равно ведь когда-нибудь кончится война. Совесть. Совесть. А кто-то тебе сказал, что умереть — это совесть, а жить бессовестно. Ну, конечно, если начнется, то я со всеми. Давай, сын. Здорово, батя! Ауф, Фидерзей! А немцев тут не так уж много, а? А нас миллион. Ты давно сумасшедший, Иван? Нет, недавно. Да. Вчера комендант мне обещал домой отпустить. Ну вот у меня только денег на дорогу не хватает. Может, кто-нибудь одолжит из вас, а? 20 тысяч. 20 тысяч? Да. А, ну я одолжу тебе. Завтра. Спасибо. Какой же дурак сказал, что я сумасшедший? Давай, взяли! А ну, навались! Attention, grand-père, 37. Et puis, 42. Oui, c'est ça, 42. Et puis, encore une fois, 37. 8. 22. 17. 14. 6. 2. 86. 39. 21. 36. 19. 11. Grüßt euch. Du, bleib mal stehen. Bon. Madame, ein Bier bitte. Salut, vieux. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Как тебя зовут? André Gerville. André Gerville. Et ta famille? Oui, bien sûr. Des enfants? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Dites voir, il y a beaucoup de Français. Скажите, много ли вас французов? Huit en tout. Всего восемь. C'est peu. Маловато. C'est peu, mais si on réfléchit bien, c'est tout un bataillon, n'est-ce pas? Но восемь французов — это целый батальон, не так ли? Наверное, так. Почему вы выбрали наш остров для отдыха? Врачи посоветовали. Мы здесь строим семейный пансионат. Это интересно. Merci, lieutenant. Спасибо, лейтенант. И venez plus souvent, приходите, si когда vous сможете. Merci, madame. Спасибо, мадам. С удовольствием. Weiterhin. Danke schön. Sale Bosch. Вон он, главная сволочь. Убрать его надо. Чем скорее, тем лучше. Добрый вечер, господин Бамблер. Здравствуйте. Ну, как ваши дела? Все в порядке, господин Бамблер. Разрешите. Пожалуйста. Подолелись, мы опасаем, но дадю. Mais oui, vite, vite. C'est prêt, oui? Tout juste. Attention. Feu. А, бон.
Франции. Давайте начинать. Bienvenue. Встань сюда. Mais toi là, fais le guet. Allons les gars, déroulons. Скорее, ребята. Plus vite. Viens le plus fort. Attends, dépêchez-vous. Allons, allons. On va se faire coincer. Надо не меньше 40 метров. Oui. Все в убежище. Ну вот, опять летят. Опять. Вы не желаете пройти в убежище, господин Бамлер? 5 лет война. Привык. Regarde, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Завтра здесь. Закончим, а? Берегись! Лупы. Бесна. Виноват, господин Бамлер. Благодарю вас, господин Карпов. Кажется, я обязан вам жизнью. Они целились не столько в вас, сколько в меня. Я прикажу найти виновника. Он офицер. Я майор. Welche Nummer? Какой номер? L17. 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 Weiter. Écoute, tu as très bien fait. Это очень хорошо, что ты сделал. Mais tu comprends que toi, tu es seul. Но почему ты один? Понимаю. Écoute, nous pouvons être 5. Мы можем быть вместе. 15 000. Нас всех здесь 1000. Мы... Улетели? Идиот. Ну что? Он меня не понял. Дайте его нам, господин майор. Мы его проучим. Вы слишком милосердный, господин Карпов. Мы с ним рассчитаемся по-русски. Отвечаю. Хорошо. Und die hier zur Arbeit. Jawohl. Увести на работу. Ты когда попал в плен? Вот когда. Видишь рану? Иначе вы черта с два взяли, а не в плен на агенте Калашникова. А из какого ты лагеря? Это не имеет никакого значения. Я сам начальник. А жаль, что ты этого гада не придавил. А еще сам начальник. Herr Bammler! Abliegen! Ja, Herr Bammler, vergessen Sie bitte nicht, eine gute Flasche französischen Cognac mitzubringen. Не забудьте привезти бутылку французского коньяка. Halt! Vielen Dank.
Herr Major. Bitte. Danke. In Ordnung. Майор Бамблер meldet sich gehorsamst zur Stelle. Майор Бамблер явился по вашему приказу. Ich habe eine Nachricht für Sie. Und stehen Arbeiten bevor. In einem neuen Bezirk. Und zwar in Pas-de-Calais. Нам предстоят работы в Пас-де-Кале. Жду приказаний, господин фельдмаршал. Bleiben Sie sitzen, mein Herr. Ihre Erfahrungen, Майор, und außerdem die russischen Gefangenen. Ваш опыт и опыт русских строителей нам пригодится. Ich spreche Ihnen hier mit meiner Anerkennung aus. Wie ist Ihr Familie? Ваше имя? Бамблер, господин фельдмаршал. Wann werden Sie die Arbeit? Когда вы закончите работу на острове? Через пять дней. Zu spät. Ich erwarte Ihre diesbezügliche Meldung Долго. In drei Tagen. Три дня. Ja. Wie sagten Sie doch, ist Ihr Familie? Как ваша фамилия? Бамблер, фельдмаршал. So, so. Na also, zur Inspektion aller Arbeiten wird General Jürgens. Инспектировать приедет к вам генерал Юргенс. Wird General Jürgens kommen. Вы свободны. Pas réussi, établir contact avec les Russes. Установить контакт с русскими не удалось. Avons commencé à agir avec groupe français. С группой французов начали действовать. Сюда идут. Здравствуйте. Чего это убежал? Ох, ce n'est rien, ce n'est rien. Как живет monsieur Закаров? Хорошо? Спасибо, хорошо. Где вы заставили, мой ami? Мне у вас очень нравится. А, мадам Элен, un verre, je vous prie. Мадам, я же обещал к вам прийти. Вот, пожалуйста. Dites voir, monsieur Zakharov, vous êtes давно soldat? Нет, недавно. Раньше я был полковником в русско-японскую войну. Генерал воевал. А комендант узнал об этом и отпускает меня домой. Il dit qu'on va laisser un bientôt rentrer à la maison. Hey! Heute ist der Geburtstag meiner Frau. Сегодня день рождения моей жены. Gratulieren Sie mir zum Geburtstag meiner Frau. Gratulieren Sie mir! Поздравьте меня. Wer ist das? Кто это? Warum bist du hier? Почему ты здесь, Иван? Я еду домой, одолжить мне 20 тысяч, а? Ах, со! Почему ты здесь? Я тебе застрелю, свинья русская! Стой! 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 Я не живу за усыплите! Стой! 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 Ох, Чедерсейн! Kommen Sie zum Tisch. Kommen Sie zum Tisch. Подойдите к столу. Schenken Sie allen ein. Угощайтесь всем. Ach, nicht verstanden. Не понимаете. Schenken Sie allen ein. Угощайтесь все. Zum Geburtstag meiner Frau. За день рождения моей жены. Ich zähle. Я считаю. Eins. Zwei. Drei.
Eins. Zwei. Drei! Austrinken! Пейте. Gut. Хорошо. Soixante-deux, 124, 320. Да, Синди! Вот они! Да! Сигнал, стоп! Сигнал, стоп! Остановить! Или будем стрелять? Проклятые боши. Здравствуйте. Значит, господа инженеры, через несколько дней уезжаем этот остров, будем работать в другие места. Могу вас порадовать, штаб доволен вашей работой. Спасибо, господин Павлович. Значит, будет банкет, привезут сюда. Муку зани, соли каури. Это вино, господин Бамблер. А для вас коньяк или бордо? А, подумаем. Здравствуйте, господин генерал. А я не генерал, я полковник. А, полковник? Почему моя карта здесь? Это я ее смотрел. А вы что там смотрели, господин полковник? Искал свою деревню. Вы не можете себе представить, господин майор, какая красивая моя деревня. С одной стороны озеро, камыши. А над камышами утки. С другой лес. Деревья вов, три обхвата. Лось сахатый. С такими вот ветвистыми рогами. Тетерева. Лухари. И вдруг канонада. Артиллерийская. Снаряды срубают деревья. И горит мой лес, и деревня горит, и всюду дым, а из дыма выходит человек в каске с автоматом. Это немец, господин майор. Немцы пришли. Гутен морген,
Auf Wiedersehen! Что это значит? Вы же знаете. Срочно собирай оркестр, может быть, играть придется. Есть. Mettez-moi cette merde. Пост 1-7. Проверяю связь. Кнопки. Блондинки меня никогда не подводили. К черту твоих блондинок. Ребята, отступать уже некуда. Остается умереть, но красиво умереть. Что ты, старина, нос повесил? Дай покурить. Ничего не осталось. Погаси шнур. Иди. Стрелять не будем. Только не заходите за решетку. Погасите шнур. Прекратить. Погасите шнур. Но, господин комендант, нам этот фейерверк очень нравится. Ce sera superbe. Entendons-nous. Давайте договоримся. Vos conditions. Ваши условия. Oh, déjà. Tout d'abord des cigarettes. Сначала bon сигареты. Merci, mon pote. Спасибо. Très aimable. À toi. Seigneur cigarette. Merci. Au poil. Allez, mette. Attrape. Вы понимаете, что через несколько минут мы все взлетим на воздух? Да, понимаем. И очень сожалеем, что нам не удастся увидеть это великолепное зрелище. Слово офицера. Вам всем будет сохранена жизнь. Ваши условия. Но что же есть тогда? Dans quelques instants, nous discuterons des conditions chez le bon Dieu. Через несколько минут мы с вами обсудим условия у престола Господа Бога. Смотрите, приближается. Regarde! Давай, тире. Ils font
отец Иван Сахаров! Хауптфенерзей! Ханаван! За мной! Идиоты, за мной! Ну! Бамлер. Слушай, это опасно. А, теперь мы немножко постреляем. На радиостанцию скорей! Скорей! Кажется, пора начинать. Алло. Пошли. Быстро по местам. Contre l'eau de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons, marchons, marchons, cœur sans cœur pur, abreuve nos sillons. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Je vous félicite, monsieur le curé. Oui. La victoire est à nous. Oui, 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 quel bonheur. Товарищи!
Остров и крепость в наших руках! Какие мы были идиоты! Это офицеры подпольного штаба! Я комиссар соединения, а руководителем восстания и командиром является полковник Красной Армии Иван Захаров. Устал я, что-то не молодой. Жалко, ребят, а? Товарищ, друзья мои, дайте кто-нибудь попить, а? Давай. И чай не пьешь, откуда сил имеешь? Да. Товарищи, восстание у нас было намечено на послезавтра, а французские друзья немного поторопились и чуть все дело не испортили. Но, как вы видите, все обошлось благополучно, и я поздравляю вас с победой здесь, далеко на западе. Ура, товарищи! Ура! So you see, sir, the massing of troops and naval... Excuse me, sir. Coded radio message. Шифровка от Национального совета сопротивления Франции. Русские захватили остров в центре немецкого оборонительного вала. Но откуда здесь взялись русские? Только этого нам не хватало. Где находится этот остров? Вот. Нам следует немедленно этим воспользоваться. Вы замечательный воин, но... Здесь политика. Let's have the staff explore that. Excuse me, sir, but while we're exploring, the Germans will get the Russians out. Это настоящий разрыв немецкой обороны. Better late than ever. Colonel Bright, передайте, что мы восторгаемся храбростью русских и окажем им содействие. Yes, sir. Как нам использовать остров? Yes, see what you can do. Подумаем. Nevada, 17-9-48. Tuscaloosa, 13-7-74. Arizona, 12-16-56. Ohio, 6-37-51. Jersey City, 865-18. Marseille. Ah, Marseille. C'est presque chez nous. Теперь это наш дом. Pas vrai, Gary? Ouh, boudou. Hé, là-bas! Tourne donc la batterie! Mais non, voyons, de l'autre côté! C'est ça! Garde à vous! Mon colonel. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Салют, колонел. Марсель, значит? Вы Марсель. А почему не Париж? Пари о фашист. Марсель о фашист. Но. Не дали Марсель. Но. Ну что ж, Марсель так Марсель. Да. Ты извини меня, товарищ Жеревель. Ну, виноват, господин Жеревель, что я тебя тогда это... Ха-ха, мэ но, де риан, мэ товарищ Жеревель. Хорошо. Левла. Здравствуйте, друзья. Салют. Вид, вид. Эй, ой, тур. Здесь, оказывается, целый банкет. Похоже. Ну, посмотрим. Je vous en prie. Наливай, хозяин. Vous y attendez pas, hein? За Марсель. За Францию. Vive la France! Vive la France!
Разрешите доложить, товарищ полковник. Алеша. Простите. Дарьян. Читай. Для приема укреплений к вам прибудет генерал-инспектор артиллерии Вилли фон Юргенс. Прошу встретить. Здорово. Первая птичка. Генерал-инспектор, да еще фон. Да, надо встретить его, как полагается. Встретим так, что перья полетят от этого фона. Нет, генерал мне нужен живым, живым. Но как его встретить? Так может поговорить с Бамлером? С Бамлером? А что? Попробуй. Салют, друзья! Салют, колонель! Я 5 лет строил укрепление. Боялся думать о будущем. Жил по инерции. А сегодня многие немцы понимают, какая катастрофа для Германии нацизм. Германия будет существовать, поймите это. Только безумцы могут думать об уничтожении вашей родины. Поступайте так, как вам подсказывает ваша совесть. Повернись. Хорош. Я готов. Можно ехать. Ну, смотрите в оба. А не подведет ли нас господин инженер? А? Нет, не думаю. Herr General, майор Бамблер meldet gehorsamst, die Arbeiten sind fertiggestellt. Die Befestigung steht zur Besichtigung bereit. Danke Ihnen. Guten Tag, Бамблер. Warum ist der Kommandant der Insel nicht persönlich erschienen? Почему комендант острова не прибыл лично для доклада? Обер-штурмбанфюрер Хазе lässt sich gehorsamst wegen Unwohlseins entschuldigen. Просит его извинить, он заболел. Na gut. Ну хорошо. Meine Herren, kommen Sie. Идемте, господа. Садиться. Im Stab schätzt man Sie. Wann waren Sie das letzte Mal zu Hause? Vor 18 Monaten, Herr General. Ja, ja, die Arbeit, die Arbeit. Na gut, Бамблер, dann will ich mal ein wenig aus der Schule plaudern. Я хочу вам открыть маленький секрет. Sie sind für eine Dekorierung eingegeben. Danke, Herr General. Спасибо, господин генерал. Здравствуйте. Мы вас давно ждем, господин генерал. Ach so. Ach, так? Nun gut. Ну, хорошо. Wir werden sehen. Für diese Geschichte за эту историю вас наградят веревкой. Danke, Herr General. Спасибо, господин генерал.
местам, товарищи. Бамлер, не сердитесь. Это дело всех честных людей. Извините, но мне сейчас трудно говорить. Я знаю. Ну что, закурить не дадите? Простите, машина. Ничего, берите, берите. Это ваш портсигар. Я не курю. Спасибо. Ну? Элковатен, капитан. Господин капитан, направление 40 градусов, флаг. Большевистский флаг. Большевистский флаг? Гефрейхтфрайшафт! Объявить боевую тревогу. Явол, Гефрейхтфрайшафт! Есть, объявить боевую тревогу. Товарищ полковник, батарея к бою готова. Хорошо. Ну что ж, первый залп из нашей батареи. Огонь! Есть! Russen in unserem Hinterland. Haben Sie das gehört, meine Herrschaften? Russische Gefangene haben eine Insel besetzt, ein Schiff versenkt und außerdem einen deutschen General in Gefangenschaft genommen. И взяли в плен немецкого генерала. Sie hatten es voraussehen müssen. Ein unmöglicher Vorfall. Im Zentrum des Atlantikwalls. В центре Атлантического вала большевики. Господин фельдмаршал, мы все исправим. Wenn ich bitten darf. Bis zum Morgengrauen ist die Insel von den Russen zu säubern. Werfen Sie sie einfach. Если русские не будут сегодня же ночью сброшены в море, вас всех ждет трибунал. Verstanden? Ich will nicht, dass die Küstenartillerie beschädigt wird. Ich erwarte Ihre Meldung morgen früh. Jawohl, Herr. Надо сохранить все укрепления острова. Ja. Да. Wer ist dafür zuständig? Кто отвечает за остров? Майор-инженер Бамлер. Майор-инженер Бамлер. Расчисен. Расстрелять. Национальный совет сопротивления говорит вам «Мерси, вы много сделали для наша родина». Мы коммунисты, господин майор. И мы везде сражаемся на стороне свободы. Хорошо. Тауринж, посмотрите. Есть. Вы и ваши люди очень нужно быть на континенте. Ils peuvent nous aider, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est même nécessaire. Это очень нужно для второй фронт. Quant à vous, mon colonel, et à vos hommes, on vous demande de faire partie officiellement de la résistance. National et Soviet procède officiellement войти в сопротивление. Le Conseil national de la résistance vous demande de faire sauter les fortifications pour que l'ennemi n'en profite pas. National et Soviet сопротивление procède взорвать крепости. Враг не должен пользоваться. Дайте нам подумать, господин майор. На память, мадам Элен. Merci. Когда надо покинуть остров? Quand est-ce qu'ils peuvent quitter l'île? Bien la nuit, avec le brouillard. Туман есть, может, завтра ночь. Вопрос серьезный. Мы здесь с товарищами все обсудим и ответ дадим завтра.
gros gibier, hein? Oui, merci pour la belle prise. Commandant Gros Gavarit, спасибо за такую птицу. Рад стараться. C'est parfait. Allez, on emmène les cheleux. En avant, arche! Allez, allez! Brouille-toi! Nom d'un chien! Allez au PC! Allez au PC! À vos postes! Ici Marseille! Ici Marseille! Les grenades! Mon colonel, les poches débarquent! Скалам лезут! Мы их там не ждали! О, сколько их! Наверное, жарко придется нашим ребятам. Гляди, вон они! Полковник, передает Марсель, их окружают. Так, Сергеев! Я! На третью батарею прикрыть Марсель! Есть! Алеша! Что? Плохи дела. Вызывай Кочергина. Угу. Прожектор! Прожектор! Woo!
заряжай! Со второго орудия двое ко мне! Скорей! Comme des poulets. Бой затих. Товарищи командиры, торжественных слов я говорить не умею. Они вам сейчас и не нужны. Между нами говоря, сегодня, наверное, с этого острова никто из нас не уйдет живым. Слишком много немцев. И слишком мы далеко на западе. Наша боевая задача заставить Гитлера заплатить за нас как можно дороже. Кровь русского солдата во все времена дорого стоила врагу. К утру соберем всех, кто остался в живых, и в атаку. Умирать так с музыкой. Ну вот теперь в атаку, ребята. За мной! В атаку! В атаку!
Ставь сюда! Давай! Dieu nous est témoin que dans cette lutte à mort du bien contre le mal, nous assistons au triomphe du bien. Et ce miracle, c'est l'homme qui l'a accompli. Бог свидетель смертельной борьбы против самого страшного зла, против фашизма. Sur notre île, des soldats russes unis à jamais aux résistants français reposent côte à côte. Русские воины и сыны Франции покоятся рядом на нашем острове как свидетельство святой дружбы между Францией и Россией. Вечная память героям. Regardez, colonel, on débarque là. La traversée sera courte mais dangereuse. Enfin, faut compter sur le brouillard. Надо плавать здесь очень опасно. Быть пять часов на континент. Là, à 5 heures. Хорошо. Успеем. Значит, надо ровно в 5 взорвать все укрепления. Bien. Это можно сделать, мы? Добро, друзья. Merci. Значит, ровно в 5. Господин Карпов, могу я дать вам совет? Пожалуйста. Надо добавить заряд под пушкой главного калибра, чтобы получился результат. Благодарю вас, господин Бавлер. У вас действительно большой опыт. Вы немцы-мастера на это. Полмира разрушили. Немцы, господин Карпов, умеют не только разрушить. Не знаю, поймете вы это. Но если я останусь жив, то я знаю, что делать для Германии. Я вас понимаю. А вот и за нами. Быстрее! Быстрее тяни! Надо успеть все проверить. Взрывы готовы, мы сидим. Ага, все понятно. Parfait. Вы еще en train de vérifier. Ну как, осваиваете? О, это для меня не новая работа, господин комиссар.
Ну что, Иван Сергеевич? Вот, Алеша, много пота мы здесь пролили, а еще больше крови. И нет с нами наших товарищей. Но кончится война, и если мы останемся в живых, мы о них расскажем. Расскажем. Но. Le docteur сказал, не можно его перевозить. Surtout, ne le dérangez pas. Dans ce cas, il doit rester ici. Évidemment. Вы спокойно. Ваш солдат здесь, среди друзья. Дор. Температура? Да. Так. Трогать его нельзя. Il est 4 heures passées. Уже пятый час. Encore une heure à attendre. Еще один час ждать. Tout est calme. Кругом тишина. Ayons confiance en Dieu. Бог поможет нам. Il ne reste plus qu'une heure. Осталось ждать всего один час. Чего задумался, Бамлер? Миллион разных мыслей, господин полковник. Это верно. Вы отсюда совсем близко к своей родине. А мне топать и топать через всю Европу, обратно к себе домой, в деревню. Помните? Лоси сахатые, деревни в три обхвата, камыши. Я не врал. Вы счастливый человек, господин полковник. Счастливый. И хочу, чтобы и вы, Бамлер, тоже были счастливы у себя на родине. Ей-богу, хочу. Уже время идти.
Pierre, tu as oublié ton chapeau. Ты забыл шляпу. Спасибо. Bonne chance. Счастливо. Tout est prêt? Ça peut aller. Bon, ça va partir maintenant. Cinq heures. Пять часов. Эта война все нервы испортила.